Сегодня в столице встречали одного из признанных законодателей стиля, главу одноименного модного дома Эрмана Шервина. Легендарный дизайнер привез в столицу новую коллекцию этого сезона, которую создал специально для России. Кристина Левиева побывала на показе и оценила, как в моделях от кутюр соединились русская зима с итальянским шиком. За кулисами моды в самом сердце главного универмага страны. У знаменитого гумовского фонтана суета похлеще обычной. Привычные вспышки фотокамер вот только щелкают не туристы, а профессиональные фотографы. На вешалках красуются наряды от кутюр. Модели готовятся к выходу на подиум. В Москву приехал знаменитый итальянский кутюрье, маэстро Эрмана Шервина. Вот уже 10 лет, как наши вещи продаются в Москве. И в честь этого важного для нас юбилея мы презентуем новую осенне-зимнюю коллекцию. Наш стиль – спорт от кутюр. Все должно быть шикарно, но в первую очередь удобно, просто и тепло. Эту коллекцию легендарный итальянский бренд Эрмана Шервина создал специально для московских модниц. 8 уникальных вещей, идеально подходящих для русской зимы. При этом узнаваемый женский силуэт Шервина остался неизменным. Узкие кружевные юбки, брюки с высокой талией и объемные пальто в стиле 60-х. Вдохновленный Россией, дизайнер выбрал три главных цвета коллекции. Черный, темно-синий и жемчужный, добавляя каждому наряду меховые детали. Ну и, конечно, обязательный аксессуар зимы – замшевая сумка сапфирового цвета, обшитая двухцветным лисьим мехом. Вместе с кутюрье в Москву приехала и его муза, итальянская супермодель и лицо бренда Эрмана Шервина Элиза Сиднауи. В каждой вещи Эрмана Шервина есть немного рок-н-ролла. Это то, что я люблю больше всего. Ты просто можешь в спешке запрыгнуть в их любое платье, и оно идеально садится. Это бренд, который обожает женские формы. Безупречно смотрятся на фигуре летящие платья из мятого шелка или точеные платья-бюстье, украшенные кристальными цветами. Дизайнер предлагает носить их с босоножками на платформе и кремовыми пашминами. Вот то, что называется сделано в Италии, сделано вручную, это как раз по Эрмана Шервина. Они являются протагонистами, за ними многие следуют. И это очень высокие технологии, сохраняющиеся при таком большом количестве ручного труда. Кстати, главная достопримечательность универмага тоже стала своего рода участником показа, гости которого восхищенно следили, как модели с легкостью появлялись и исчезали за виртуальной копией фонтана. Кристина Левиева, Виктор Швагерус и Александр Исаев, Первый канал.